В Избербаше в одном из детских лагерей прошел семинар «Диалог именитых спортсменов с подрастающим поколением». Говорили о важности занятий спортом и о том, с какими трудностями сталкиваются бойцы по долгу работы. С подробностями Курбан Рагимов. Поделиться жизненным опытом и рассказать молодежи о важности занятий физической культурой прибыли известные бойцы смешанного стиля и тренеры спортивных клубов Дагестана. В беседе с чемпионами участвовало около 200 детей. Это ребята из разных уголков страны, гор, а также отдыхающие из Луганской Народной Республики. Ребята, смотря на них, они есть спортсмены, которые приезжают на семинар, которых они по телевизору видели и хотели бы видеть рядом. Стараюсь для них сделать все хорошее, делаем им встречи. Они мотивируются и показывают побольше результатов и ведут здоровый образ жизни. Приезд титулованных бойцов для детишек стал радостным событием. Молодежь с энтузиазмом интересовалась всеми тонкостями жизни бойцов. Спортсмены делились планами, также рассказывали о начале своей карьеры и об ответственности перед соревнованиями. Вот каждый бой — это очень важный бой, считается. Можно сказать, в UFC, если ты бой два проиграешь, то вообще можешь вылететь. Как я вот один бой проиграл, пятый бой, и с 15-го места меня там на 26-й подкинули. Вот вам разница. Один бой выиграл, опять на 15-й подкинули. В ходе часовой беседы дети спрашивали о последних спортивных новостях, интересовались экспертным мнением бойцов. Многие из ребят следят за спортивным миром у экранов телевизоров и в соцсетях. Однако не каждому известно, что карьера спортсмена – путь тернистый и непростой. Для достижения успеха чемпионам приходится жертвовать не только своим здоровьем. Если кто семейный человек, да, мало семьи видит свою, также родители, там, братья, постоянно на сборах или где-то. Если что-то там, твои друзья где-то отдыхают, ты не можешь там пойти, когда у тебя соревновательный процесс. Там, да, и много мероприятий бывает. Ну, что не делать, все лучше, но из-за этого, если это все перетерпеть, и потом можно и отдыхать, и все это возместить. Ну, как же ошибись, сказала, да, это общение там с близкими, родными, не видящими нас, в свободное время. Так же, как с друзьями, нужно отдыхать. Не можешь с ним пойти отдохнуть, потому что у тебя тренировки, или ты должен отдыхать дома. В моей специализации, в моей тренерской работе, я иду на все, касающееся спорта, ради того, чтобы мои же ученики добились высокого результата. Я для них делаю все. Иногда даже бывает, что я утром захожу в зал с 9 часов, и иногда бывает, я оттуда в зал в 10 часов. В завершении мероприятия популярные спортсмены обратились к молодежи со словами напутствия. Детям пожелали соблюдать дисциплину и стараться быть достойными специалистами в своей будущей профессии. Любимым делом надо заниматься именно. Любимым делом. Не обязательно спорт. То есть человек хочет стать там строителем, водителем. Не хотел, например. Надо следовать тому вот внутренне, как ты желаешь, хочешь. Вот этим надо заниматься. А так, кто спортом занимается, тоже самое главное для себя, вот это самая основа, вот, вести здоровый образ жизни. Главное идти к своей цели, если вы можете добиться всего того, что у вас это есть, поверить в себя, и уже у вас все получится, я думаю, так что удачи всем, здоровья, слушайте родителей своих, ведите правильный образ жизни. Семинар-диалог с титулованными атлетами завершился памятной фотосессией. Курбан Рагимов, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Избербаш.